конечно, не из приятных, особенно учесть, что я через это окно, как через входную дверь второго сруба, захожу несколько раз в день, каждый день практически, ношу туда доски, инструменты, и пока что оно не демонтировано, не установлено новое окно, я буду каждый раз смотреть на него и представлять, естественно, красивое окно вместо этого страшненького оконца. Ну, естественно, заниматься демонтажом этого окна я не буду, потому что на это есть Валентина. Она горела желанием его разобрать, потому что все время норовит мне помочь, а я говорю, что тебе здесь делать, доски таскать, забивать, гвозди, что ты будешь делать? И вот в итоге очередь дошла до нее, она будет разбирать это окно, как нельзя кстати, сможет сломать его гораздо, наверное, лучше, чем я. А вот и сама Валентина. О, и Катя тоже. А как без Кати-то? Без Кати же вообще нигде ничего не обходится. А ты помогать-то будешь вообще? А Катя сама смотрела вообще со мной, да? Я там лестницу сделал. Ну, я а то меня упрекали в том, что я злый. Мучаешь, что мучаешь жену. Правильно вы ему говорите, все правильно. Ну как тебе здесь? Нормально. Класс! Класс. Катя классно. Она тебе хоть помогает. Кать, что ты делаешь? Помогаю. Как? Как, Кать, скажи, как могу? А пилки в воронке таскать? Она постукивает, проверяет, все ли на место, все ли нормально. А, хорошее ли дерево, да? Ага. Понятно. Кать, покажи, что это у тебя. А? Вот. Это воронка называется. Вот я и нашла их зимовку. Кого? Я снимаю мух, нашла их зимовку. Смотрите, сколько их здесь. Это они еще большую половину выпали уже на пол, пока я здесь разбирала это в окне они. Ужас, короче. Смотрите на пол. Угу, сейчас. Мухи валяются везде, их очень много. Ладно, продолжаем. Валя тут заприметила мух на окне, которое разбирала. А я заметил вот эту стойку. Вот эту толстую, здесь получается брус 100 на 200. Кто-то писал в комментариях, что нельзя оконный проем ставить там, где непосредственно есть стропила и лаги. Это как раз таки лага над оконным проемом. И я так понимаю, что это усиление специально коробки оконной. И она здесь и останется. Я не буду убирать эту стойку. Также с этой стороны я, наверное, поставлю еще такую же. Вот с этой стороны. Тоже 100 на 200 поставлю для укрепления. Потому что окно будет расширяться в эту сторону. Оно 1.5 метра длиной, поэтому стойка здесь необходима будет. We'll be right back.
опять залазишь. Кать, ты страх потеряла? Нет. Она бесстрашная. Нет. Катя сама залезла, никто ей не помогал. Вот по лесенке. Катя, мы без лесенки прыгали. Ее одну надо не оставлять, потому что она, сам знаешь, какая. Она дерзкая. Да. Сама залазит, сама слазит. Сама сейчас сруб разберет и отремонтирует его, да? Что? Как будто не слышала. Понятно все. Я вообще... Я же устану. Ну и что, так ты видишь, отдохнешь и дальше работать. Ты-ды-ды-ды. Кать, как ты там говоришь? О, батарейка. Катя заприметила батарейку и отвлекла меня. Ладно. Молодец. Не верь, надо снимать. Валя говорит, ее не надо снимать. Почему? Я страшная. Опять скажу, что я грязная, неухоженная. Как это? Там вообще наоборот говорят, что не надо рекламировать всякие краски, оставайся такой вот естественной. Как естественно? Нет. Ну все правильно, да? Естественной красоты, во. Катя сама слазит. Да слази ты уже. Довольная. Угу. Молодец, да, опять. Что это? Катя, у тебя грязнее, чем у меня. Понятно все. Надо было так сразу. И коленки грязные, и все грязное. И рот. А почему ты? Ты землю, что ли, ела? Понятно все, ладно. Вот и опять включился режим лопаты. Не буду говорить, что я использую лопату, брендированную от компании Samsung, с электроприводом, потому что это не так. У меня вот такая вот обычная простенькая лопата. Вот, она мой друг и помощник почти каждый день, потому что навалило снега этой зимой очень-очень много. Плюс к тому был недавно дождь, морось, поэтому он покрылся корочкой, его очень-очень тяжело счищать. Плюс к тому, он очень тяжелый, поэтому мне пришлось расчистить глиночурку, пристройку и наш двор от снега, потому что слой был достаточно тяжелый и очень высокий. Но это еще полбеды. Сегодня утром буквально мы услышали непонятный треск. И треск этот был в районе нашей основной крыши. Мы достаточно сильно испугались, потому что мы там ведем... как сказать, работы, да, и если это все обвалится на нас, будет вообще просто катастрофа какая-то. Поэтому я решил, во что бы это ни стало, почистить снег все-таки на каком-то из участков этой крыши, чтобы она не провалилась у нас, не дай бог. Поэтому обзор лопат на сегодня отменяется. Мы идем спасать нашу крышу, и это уже даже не смешно. Да, это не смешно, и в мыслях у нас, конечно же, не было, чтобы расчищать с основной крыши этот снег. Но в этом году зима у нас достаточно дерзкая, поэтому нам сейчас надо будет, точнее мне, залезть и почистить немного снега с этой крыши. Я поехал. В этом году участились звонки от наших соседей. Все переживают, как там их крыши, как сараи, как навесы для машин. Не провалились ли они еще на месте или держатся. Оно очень правильное их беспокойство, потому что снега, ну, очень много. И есть у нас один домик, за которым просили посмотреть. Снимать мы его не будем, так как разрешение мы у них на это не спрашивали. Но есть у нас тёмное беспокойство, что если еще в этом году пойдет снег, а потом дождь, как это уже было, то домик до весны не достоит. Чтобы такого не произошло с нашей крышей, так как треск, который мы слышали, перепугал нас не на шутку, мы бросили все сегодня свои дела и пошли счищать снег с крыши, а потом с глиночурки и с ближайшей территории.
А почему мы это будем делать, расскажем чуть попозже. Артем Андреевич у нас работает лопатой интенсивно. Уже счистил некоторое количество снега. Тем, какая толщина там снега, не подскажешь? Ну, в некоторых местах где-то полметра, в среднем 40. 40 сантиметров, да? Ну, это достаточно много снега. Но он еще плюс к тому, что очень тяжелый. Ты аккуратно там спрыгиваешь так. Я заметил, что снаружи, когда во втором срубе был, там обрешетка, и где вот пролет большой между стропилами, 2 метра, там вот прогиб идет об решетке. Поэтому я вот вначале вот здесь начал чистить. Как раз получается вот в этом пролете. Там мне надо дополнительные стропила ставить, а обрешетка прогнулась. Может быть, в результате этого шифер тоже прогибается и трещит. Хорошо, если он целый окажется летом. А вот, кстати, вот этот треск, который мы с тобой услышали, мы сначала подумали, что это лаги треснули, а вдруг у нас по всему периметру треснул шифер. Стропила ты имела в виду, наверное. Стропила, я сказал лаги, да? Да. Мы, да, думали, что стропила, а вдруг это у нас шифер треснул. Сейчас ты не определишь, снега очень много. И это только будет видно, когда снег сойдет, да? Да, я видел с той стороны, там трещина небольшая, но это в конце. А по снегам я же ничего не вижу. Ладно, пошли чистить. Поэтому, да, результат я... покажем потом. Я да, так думаю. С этой стороны я почищу, здесь поудобнее. Как бы здесь две крыши, можно опираться на них. А вот с той стороны я не знаю, если буду падать, там береза, в принципе, сосет меня. Береза высоко находится, а ты на землю падать будешь. Я сейчас пойду Тёме помогать, потому что очень много снега, и долго ему это придется чистить. Ладно, все, мы пошли. Валентина Георгиевна, я смотрю, ты очень устала. Как ты вообще, твои ощущения? Я внизу был тут, пока разгребался, а ты там наверху скалолазом заделалась. В общем, я устала, очень устала. Тут никакого фитнеса не надо. Тем более, некоторые наши зрители говорят, что Валя не помешала бы похудеть. Так вот, после такого фитнеса, я думаю, что... я сброшу несколько килограмм. Когда люди говорят о том, что пора бы сбросить, фитнесом заняться, это намек на то, что иди снег убирай, как минимум. Да, но чистилось это очень сложно, потому что, как я уже и говорила, оно же начало таять, и вот этот лед там образовался. Но какое количество ты потом заснимешь? Мы это почистили. Часа три, наверное, мы чистили, потому что неудобно, и боюсь упасть там. С этой стороны... вот где мы сейчас стоим перед домом, с этой стороны снега больше, с той стороны поменьше, не знаю почему. И вот то, что мы снег сюда кидали, вот оно вот по половину нашей пристройки, теперь его придется с этих еще убрать, с дорожек. Но у нас девчонки хотели нам помочь снег чистить. Для них это игра, а для нас помощь, так что мы им лопаты дадим, пускай чистят нам здесь тропинки. Вот да. Они любят, да, ну, снегу копаться. Да, только ты одну лопату сломала уже. Ну да, это не я такая. Кстати, по поводу того, что медленно у нас все двигается. Стройку нашу затянули и так далее. А, ну вот вы вот это вот видео посмотрите, вполне возможно, как мы чистим минуты 2-3, а мы чистили часа 3. Так что вот, как говорит один блогер, это не мы медленно работаем, это вы быстро видео смотрите. Вот. Что я еще хотела сказать по поводу глиночурки. Мы начнем спасать нашу глиночурку в том плане, что вокруг нее убирать снег. Потому что, судя по погоде, весна идет быстрыми шагами, и все это начнет таять, и не дай бог весь снег растает разом. Будет, во-первых, и наводнение, и боимся, как бы не смыло нашу глиночурку.
Да, будем работать. Ладно, не затягиваем видео, потому что скажешь, что что, идите работайте лучше. Нетушки, мы сейчас пойдем, отдохнем, поедим, да. Я думаю, что мы с тобой точно заслужили пару часиков отдыха, но потом выйдем во второй сруб, поработаем. Да, точно. И уже видеосъемка начнется во втором срубе. Это уже будет следующий день, наверное. Возможно. Для следующего дня. Так что вот, что? Вот, я думаю, что на этом, наверное, это видео мы закончим. Скажем всем пока. Да. Вот. Если что, я, может быть, во втором срубе еще что-нибудь скажу, но заранее всем пока. Вчерашний день мы ставим сюда же. Там вчера был классный день, ну а сегодня вот такой, какой есть. Так что все, всем пока. Пока-пока.